Посмотрим, чем прославится Эрик Кайнерт. Пока была неудача. Хотя предыдущую высоту 2.29 он с очень хорошим потенциалом преодолел. Даже странно. Ну, бывает. Первая попытка, она так, в общем-то, ни о чем не говорит всегда, потому что пока прыгали соперники, можно, знаете, посидел, засиделся. Но вот сейчас-то уже точно надо брать. Не надо оставлять это все на последний прыжок. Да, ну, Эрик все это прекрасно понимает и все делает правильно. Вест в первой попытке размялся и теперь взял. Шикарный тоже прыжок. Смотрите, что Грабер, что Кайнерт с большим запасом. Нет, Кайнерт, кстати говоря, вот с той точки было, казалось, что запас есть. Сейчас мы увидели, что не особенно есть. Грабберса прыжок более многообещающий.